Мое детство, я помню, проходило в таком не очень большом рабочем поселке. С трудом находили себе применение, где бы мы могли проявить себя. И мне там, в свою очередь, очень повезло, потому что у нас пришел замечательный очень учитель, который смог нас объединить, сплотить и сделать из нас команду единомышленников, команду таких людей, нацеленных на какое-то позитивное будущее именно. Потому что вокруг, ну, этого позитива там мы не очень много видели тогда. Вот. И поэтому вот, когда я думаю вот про жизнь, я думаю, что насколько велика роль учителя вообще в жизни. Вот, и что на сегодняшний день у нас происходит в сфере вот образования, и именно образование школьного прежде всего.